Здравствуйте, наконец-то я вернулся, елки-палки, домой. Отсутствовал тут буквально пару елки-палки дней. Ну, хотя нет, на самом деле отсутствовал один день, второй день там покупался туда-сюда. Короче, все не суть это. Ты давай это лайк ставь, там подписывайся. Все, что ты умеешь делать, реализуй вообще, чтобы по красоте было, не суть. Ребята, у нас тут дело какое? Дело у нас достаточно простое. Оно заключается в том, что нужно выбить каких-то героев. Пока не знаю каких, нахожусь на аккаунте игрока под ником Огуречник. Огуречник. Ой, так, ладно. Хаб гильдии. И понтяи. Ребят, в гильдию и понтяи требуются бойцы. Телеграмчик. Заходим через телеграмчик. Вся информация у вас на экране. Атака фортов 20.00. Ребзя, короче, нужны гильдии. Нужна гильдия, вступаю. Короче, сегодня такое, знаете, расслабленное видео. Видишь, я даже вас и про пельмени не предупредил. Ничего. Ничего не сделал, даже зевать захотелось. Вырезать не буду, а вы в комментариях пишите, кто зевнул вместе со мной. Братство зевоты. Мы все тут рядом, все хорошо, ребята. Так, ладно, что касаемо аккаунта. Аккаунт у нас молодой, зеленый, 300 тысяч силы. А что, по донату донатный вообще, не донатный? Что там, что там, что там? Ну, по сути, бездонатный. Так, ладно, а что на аккаунте-то? Чё на аккаунте есть? Чё на аккаунте есть? Да, ну, эпик-герой, понятно, с этим. От этого никуда не денешься. Не уйдешь и не закроешься. Так, да, тут всякие донатные герои. Подожди, а чего, кого не хватает? Чего, кого? Розалинда, слушай, я вот, знаете, столько говна уже в игре, что я даже не помню, Розалинда, она что там, донатная или не донатная? Не, Розалинда донатная, Королева Ос вроде была бездонатная, но они у меня как две сестрички ассоциируются. Так, Мастер Рун, Некроз, Кровавая Мэри, ну это понятно. Короче, Мастер Рун, Космо, Мастер Рун, Космо, Мисс Магия, Командора, Ледяной Феникс, Берсерк, Пепельная Матрона. Да, до хера вообще героев надо выбить. Что у нас по ништякам? Ваши подарки. Ох ты, ёб твою. Короче, ладно, давайте. Я все равно не запомню, кого там не хватает. Будем полагаться на мое шестое чувство. А, еще и мест на складе нету, да? Ну ладно, чего уж там. Чего уж тогда поделаешь? Медуза. Командора недостающего. Вот командоры точно не было. А дальше бульдозер, ведьма-морозница, кристаллический эктоплазм. Так, еще место освободим. Капитан Рогатка. Ребят, вы эти, если аккаунты на роллинге даете, вы хотя бы, ну, места на складе освобождайте, пожалуйста. Циклоп, кристаллический эктоплазм. Оба, ладно, там ништяки оставляйте. Ой, а что там выпало? Я и не заметил, господи, выключил, не ожидал там. Что-то там... Ну, вряд ли полярный лис выпал, да? Вряд ли Барт выпал. Не знаю, ну, кто-то что-то... А, Фрэнки, наверное, выпал, да? Не... Есть вообще что освобождать? Или это просто склад маленький? Ну, судя по всему, да, это тупо... Тупо сплэш. Тупо маленький склад. Ну, ладно, будем расширять места. Ну, а что делать, ребят? Ну, а что делать? Бульдозер, циклоп, ангел. Давай там, герои. Одержимый, королева змей, оборотень, кристаллический, наемный убийца, драка с призрачным всадник, королева гарпий, махатма, бог грома, шаман, инженер, оборотень, призрачный всадник, череп, бог грома. Эй, давай там, герои, херня падает, вы шо, рандомчик, ну аккаунт почти бездонатный, дай пару нормальных легенд. Чтобы не стыдно было отдавать аккаунт обратно. Чё падает-то вообще? Леди Лео. Еще 450, Трифит, 150, 190 и 450, ничего. Так, ладно, пошли ништяки откроем. У вас недостаточно места на складе. Охуенно, просто. Просто головой с моста. Так, где командора вообще? Мы же ее выбивали.
Вот она единственная. Давай ее откроем и туда сольем, короче, всех этих там зеленых, синих героев. Давай заходим. Заходим, заходим, не стесняемся. Так, улучшить навык, добавить опыт, давай. Опа. 19. Оставь, а что я ее прокачивать-то вообще начинаю? Ну, так бы мне ее надо прокачивать, но я что-то это... Не с того вообще начал. Начал делать не то, что нужно. Так, сейчас все повторочки от них избавимся, а то уже как бы самоцветы тратить не особо хочется на расширение... на расширение мест. Так. Отлично. Давай, самоцветы полетели. Хотя, подожди... Ёпта, а что я делаю? Мне же ништяки надо было открыть. Так, ну тут простые легендарные карты. Пошли в ход. Так, мест у нас 13 свободно. 11 мест свободно. Так, тут у нас что выпадет, интересно? Ничего. Так, сколько у нас? 12 свободно мест. Посмотрим, сейчас это откроем. 11 свободных мест. Прям места свободные освобождаются. Точнее, уменьшаются, скажем так. Вот, сейчас вроде нормально. Снова 12. Снова 12. Давай дальше. Тут что? О, уже 13 свободных мест, друзья. К успеху идем. Уже 14 свободных мест, божечки. Уже 15 свободных мест. Мы идем к успеху. Уже 16 свободных мест. Нормально. Нормально. 17 свободных мест. Боже, буду обмазываться ими. Давай. Ой, сейчас у меня свободные места эти займутся или нет? А, это дубли. Нормально все. Нормально. 17 свободных мест, друзья. Замечательно, давай дальше. Ну, было бы вообще замечательно, если бы выпали нужные герои, да, там эпик, к примеру. А, давай дальше. Опа, окей, мисс магия. Скин там, что ли, да? Смотри, места занялись, 14 свободных мест только. Два места потеряли. Ну, то чувство, 2020 год, битва замков, у тебя интерес. Пока открываешь ништяки не из-за ништяков, а сколько у тебя свободных мест там отнимается и прибавляется. С ума сходим, ребятушки, с ума сходим потихонечку. Так, у нас полублатная, ну, недоблатная карта. Капитан Рогатка сегодня прям вообще что-то супер успешно падает. Но мы ждем, конечно, других героев, тут даже Феникса нету. Хотелось бы выбить Феникса. Давай дальше. Тут у нас что? Тут у нас тоже скины, у нас 16 свободных мест, друзья. Если сейчас все будет хорошо, то будет 17 свободных мест. Да, у нас 17 свободных мест, и тут что падает? Осколки мисс магии, у нас 18 свободных мест. Так, ну давай вот это сольем. Ну и что, пошли уже ролить, дороливать, не знаю, полетели. Наемный убийца, шаман, Бигфут. Ну давай ты, что? У нас что сегодня будет неудачный роллинг? Махатма, князь тыква, ледяной феникс. Вот хотя бы уже, знаешь, ну не так обидно будет хозяину аккаунта, да? Мы выбили хотя бы феникса. Это тот... Опа! Мисс магия. Вот я не знаю, она была... Вроде ее не было. Вот уже как бы все, уже нормально. Уже не так обидно. Ай, Гаргул, повелитель бури, Химера. Ну, уже, знаешь, типа, хотя бы отдам аккаунт нормально. Укротитель, шаман, князь тыква, бульдозер, сердцеедка, хранитель, малышник. Давай, 6000. Последние, ребят, последние самоцветы. Господи, ну давай, ну герой, да, Ронин. Ну давай ты там эпика под конец, а? Леди Лео, чтоб эпически было. Прикиньте, как будет эпически, если выпадет эпик под конец роллинга. Но он сучара не выпадает. Короче, по итогу, ребят, что мы выбили? Что у нас получилось, смотри. Не так уж, ну, как бы... Миша, вождь Минотавров. Так. Ну, Феникса выбили, да? Даму Холода даже не выбили. Феникса выбили, Пепельную Матрону не выбили, Берсерка не выбили,
Ледяного Феникса выбили и Мисс Магию выбили. Ну, я не знаю, как оценить этот ролик. Вы уже там сами как-нибудь в комментариях оцените. Вот, буду ждать ваших оценок, друзья. На этом все. Я вам желаю огромнейшую удачи. Всех целую в помидоры. Не забываем про пельмени. Пельмени наше все. Проверьте там колокольчики, чтобы у вас там все сработало. Всем удачи и пока.